Доброе утро всем! Утро доброе! На часах 7:30 утра и к нам приехали уже наши любимые пациенты. Пациенты и владельцы нашего пациента. Покажем. Красивая молодая пара с маленьким мальчиком, если можно так сказать, который к нам приехал сегодня на плановую процедуру. Процедур несколько. Первый мы будем делать забор крови, так называемый титр антител. Это первое. Второе мы будем делать так называемую стоматологическую операцию. Наши владельцы стоматологи, поэтому эта тема к ним очень близка. И третья операция, это операция такая, которую не каждый может озвучить, не каждый может настроиться, это кастрация. Кастрация либо стерилизация, то есть это удаление половых желез. Владельцы приняли правильное решение и делают данную процедуру. Поэтому все вместе, под одним наркозом, под одним дыханием, и мы идем вперед. И продолжение нашей истории следует. Нашему Бонечке сделали укольчик. Ласково наши владельцы его называют Бончик. Лапка вот вам всем машет, что он настроился. Владельцы тоже. И мы потихонечку передвигаемся в сторону операционной. И продолжение следует. Бончик, как сказал владелец, уже поплыл. Куда-то плывет. А мы за ним. Владельцы уже ушли. И наш Бонечка уже в релакс-сне. Вот такое вот состояние. Я даже не знаю, наверное, радости, какого-то эйфорического сна, потому что, как правило, наркотические препараты вызывают какое-то, ну, такое состояние, когда не слышим, не видим, а где-то плывем. Ну, так я слышал, сам не знаю. Поэтому в таком состоянии наш Вонечка пребывает сейчас. Сделаем сейчас укольчики, которые будут оказывать помощь сердцу, легким. Препараты, те, которые необходимы для данной процедуры, подготовим его и движемся в сторону операции. Бонечка уже в предоперационной комнате. Сейчас подготовим операционное поле и идем вперед. Пока Бончик спит, я вам покажу одну из операций, которую нам нужно выполнить. Значит, вот показываю клыки. Вот смотрите. Один клык, второй клык. То есть есть более толстые клыки, это вот один, а вот второй. И вот этот, который тоненький, маленький, это молочный. Рядом еще один. Видите, зубам некуда пойти, они выдавливаются внутрь. И прикус меняется. Поэтому наша сегодняшняя задача удалить все эти клыки, которые есть со всех сторон. Вот смотрите, как у акулы. Один, два, три, четыре. Во рту больше на 4 клыка. Места для этого нет. Поэтому нам нужно в этом помочь, удалить. И чтобы в дальнейшем у нашего Бончика была голливудская улыбка. Также схематично покажем вторую операцию. То есть есть половые железы, они находятся за моей рукой. И вот наша задача сделать операцию вот в этой точке. Вот здесь. Через эту точку, через паховый канал, с мошоночки мы достанем оба яичка, которые спрятаны там. Положим косметические швы вот в этом месте. И через недельку-две они сами отпадут. Визуально мошоночка осталась, а органов там нет. Поэтому вот такая таинственная операция сегодня будет проведена. Идем вперед, и продолжение следует. Наш Бончик уже на операционном столе. Все подготовлено. Идем вперед, и продолжение следует. Поэтому держите за нас с Бонечкой колочки, чтобы все прошло хорошо, так как мы запланировали. Поэтому идем вперед. Покажу вам Бонечку до операции и покажу его после. Наша операция успешно выполнена. Одна и вторая. Сейчас в полости рта находится специальный тампончик, который через время мы достанем, извлечем. И Бонечке теперь мешать ничего не будет. Сейчас мы ему делаем капельницу, выведем с наркоза и наберем владельцев. Расскажем, чтобы больше не переживали и не волновались. А кто там с горочки спустился? Наверное, милый мой идет. Проснулся наш красавец, и мы идем навстречу владельцев. Наша история подходит к концу. Наши владельцы нас ожидают. Вот, расскажем, что все прошло хорошо. Расскажем, как обрабатывать те места, которые мы оперировали.
и ожидаем наших владельцев просто в гости на профилактические мероприятия. Все, все на месте. Владельцы уже встретили, обнимают, целуют. И на этом наша история заканчивается. А завтра будет новая. Поэтому всем спасибо и хорошего дня.